Добрий день, ми з України. Текс. Итого, сегодня ночью президент назначил Николаев город-герой, в общем-то. Очень рад этому событию, но я считаю, что город-герой Николаев, герой каждый житель нашей области. И те, кто сейчас там в оккупации, ну, в окружении Снегиревки, те, кто в селах мучается. И каждый волонтер, каждый доктор, все, кто мужественно стояли и дали мзды этим оккупантам. Именно поэтому президент достоил чести, наш город теперь герой. Я, в принципе, согласен, что мужественно николаевцы себя повели. Этим очень горжусь, что я тоже николаевец. Так, что услышал, что Швейцария там на 6 миллиардов арестовала русских, там санкции добавили, блин, буду писать, чтобы передавали нам эти деньги, нам очень надо, имуществом тоже возьмем, для того, чтобы восстанавливать нашу инфраструктуру. Сейчас там жду отчет, мы уже начали дороги восстанавливать потихоньку, ну еще не в асфальте, но тех для того, чтобы обеспечить проезд людям, то, что поломали орки, то, что там не было проезда, сейчас восстанавливаем. Трактора в поле, посевная пошла, техника поехала, ну, плюс-минус оживает. Орки группируют еще больше сил, еще тащат больше, не собираются они сдаваться, не хотят. Тут нам угрожают своей голой не местом. Вот. Ночью много обстреливали, мы сбили две ракеты крылатые. Вот. Ну, по 1/300 есть тяжелый у военных. Остальное все в порядке. Есть раненые гражданские, но они не в городе, не в селах, 46 человек. То есть, слава богу, что все живые пока есть. То есть, мы уточняем данные. У орков минус генерал, минус командный пункт передовой, что не может не радовать. Вот. Я не знаю, где они еще будут этих генералов брать. Вроде там даже неплохой парень, я читал его резюме, что он забыл в Украине. Нечего сюда ездить, ничем хорошим, даже любым людям ездить. Но никаких вариантов нет, кроме как, я же говорю, либо в ОМ, либо в землю. И ожидаем запас машины по целую там. Орков гоняли здесь по полям, по кустам, там уже работает все там четенько, и поэтому мне комментировать нельзя, в принципе. То есть, привет, офицер, мы будем выходить сейчас официально пресс-офицер будет давать военные данные, сводки, которые у нас есть по повреждениям военным, по нашим, там, то, что мы можем показать. Но, в принципе, то есть мы движемся в правильном направлении. Всем добра, разом добра.